Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И начнем, пожалуй, с тренировочки. Да, мои герои уже натренировались, поэтому можно их спокойненько отсюда забрать. И пойдем, конечно же, на основную сюжетную линию, ребята. У нас цель — получить 100-й уровень. Но вряд ли, конечно, это сегодня у нас получится, потому что мы уже с вами играем сколько? 5-ю, по-моему, серию, да, и как видите, сколько у нас всего лишь энергии накопилось. Так, забираем здесь гемы. Отлично. Так, в магазине что-нибудь есть интересное? Ну, дают нам копьеносец. Одну карточку. Хорошо, так, а теперь по ареночке. Угу. Мне доступен только сундук, ну, потому что, ребят, я на 10-м месте, это и понятно. Сундук арены, и из него нам выпадает... Ну, что я могу сказать... Фехтовальщик — это хорошо, да? Дедушка — тоже неплохо. Так, ну, деньги и, наверное, то, что радиационный зомби. В принципе, больше ничего нету. Ладно, давайте попробуем с вами сразиться. Еще один поединочек. Так, 100-й уровень против нас. Это у нас кто? Ядербот, голем. Видим мы здесь ниндзю. Так, жрица и терракотовый воин. Хорошо, тогда мне придется, скорее всего, здесь сыграть своей имбой, судя по всему, потому что вы сами прекрасно знаете, что с ниндзей лучше не шутить. Так, квест завершен, новый противник. Это все, конечно, замечательно, но самое замечательное, что здесь, ребята, очень длинная дистанция у нас, да, изначально сразу дается. И у нас есть шанс расстроиться здесь, в плане расстроиться армии. Так, ну что, давайте посмотрим, как у нас големчик тут себя поведет. Ага, на отхил пошел. Ладно, терракоша вышел, это плохо, ребята. Давайте, наверное, чумную мышь призовем. Ульта уже подготовилась практически. И давайте-ка мы, наверное, вызовем нашего прыгуна. Ах, тут отражение. Все, ребята, я понял. Тут у нас башня, которая будет включать постоянно отражение. Вот это плохо, кстати. Так, ниндзя бежит, давай ульту применим. Шикарно. Я думаю, что пора, наверное, нам призвать ведьму. Опа! Ха-ха! Не понял я юморка. С какого перепуга он решил вызвать своего босса. Ну-ка, давай, Ронин. Вот так вот, хорошо. Опа, через отражение. Господи, ребят, я думал, мы сейчас проиграем, потому что тут отражение. Но, как видите, мы замок ему быстрее забомбили. И 11-я позиция у меня. Ну, это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем, ребят. Ладно, я не буду переигрывать, потому что это может затянуться, а у нас все-таки сюжеточка ждет. Ну что же, где мы с вами остановились? На долине подданных, да? И буквально еще после долины подданных пройти территорию захватчиков, и мы с вами пойдем на 106-й телепорт. Так, ну что, у нас здесь фехтовальщик, рыцарь и лучница. В принципе, все это мелочи для нас. Мы возьмем вот этот отряд и будем именно им сейчас проходить. Так, у нас здесь есть големчик, да? Расстояние более-менее человеческое. То есть мы успеем с вами здесь выставить войска. И начну я, наверное, с Джаггернаута. Потом, естественно, будем вызывать голема. А лучше всего, конечно, нам вызвать баллисту. Поэтому, наверное, я все-таки буду ждать именно ее. Так, я надеюсь, Джаггернаут у меня там простоит. Должен простоять, ребята, должен или нет? И все-таки закопают его. Так, фаербол. Замечательно. Ну, теперь будет нам попроще. Естественно, сразу вызываем Джаггернаута. Карточка на лучницу нам выпадает. И будем помаленьку копить с вами энергию. Так, заморозка. Ух, это вообще великолепно. Тогда все, ребята, тогда ему фейл. Вызываем еще одну баллисту мы с вами. Так. И две баллисты сейчас вот тут будут всех просто-напросто расстреливать, да? На дальней дистанции даже никто не успеет подойти к нам. Тем более, если еще и так вот станить будем, то это вообще по красоте. Даже можно уже и грифона сюда призвать. Все отлично. Смотрите, видите, Джаггер у нас отхиливается, значит, сейчас он встанет на ножки и поедет дальше. Ну, давай, 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 вставай ты уже, родной. Ожил. Ну, я думаю, все. Все, ребят, тут расписано по полной программе. Ничего он уже здесь сделать не сможет. И мы разбомбили ему базу. Отлично, продвигаемся с вами дальше. У нас предпоследняя миссия. И кто у нас тут будет? Так, бродяга и копьеносец. Фехтовальщик. Ладно, ребят, давайте мы тогда, знаете, что сделаем? Наверное, мы возьмем вот этот отряд. Потому что именно за счет щитобота мы с вами вылавливаем этого бродягу. А он, я больше уверен, будет выходить здесь первым.
Да? Бродяга, где ты там? Появись, я ведь знаю, что ты будешь выходить. Вот он. Стоило только пикнуть. И я, кстати, могу его ловить также через паладина. Давайте, наверное, через паладина будем ловить его. Вот так. Ну, а теперь, конечно же, выпускаем щитобота и следом будем вызывать молотильщика. Вот так это все будет у нас выглядеть. Так, что же нам... Давайте, наверное, всадника на журавле... О, тихо-тихо-тихо, ребят, подождите, подождите. Пока не будем никаких всадников на журавле вызывать. Сделаем так и вот так. А вот теперь можно уже и всадничка призвать. Так, подтянули их всех здесь сюда. И давайте, наверное, уже копить на друидку, да? Друидушка, выходи, родная моя. Так, подожди-ка, тут опять этот охламон идет. Давай, наверное, вызовем паладина на всякий случай. Он разберется, я надеюсь, там. Хорошо, и следом вызываем уже друидку. Так, друидка у нас идет. Так, бродяга опять тут шуршит. Это все ерунда. О, первый тотем только вызывает все, ребят. Начинает игра глючить. Ядрена вошь. Да, несколько подписчиков написали, что у них таких проблем нету с лагами. Я не знаю тогда, в чем проблема у меня. Ладно бы я играл на мобильнике, я играю на эмуляторе, ребят, понимаете? На довольно неплохом компьютере, который тянет обалденные игры. Ну, а тут, извините меня, какой-то Android-приложение, Android-игра, да? И вот с такими лагами. Ну что же, в любом случае, ребят, мы с вами забомбили базу вражескую и продвигаемся дальше. У нас последняя миссия, и кто тут у нас? Король. Так, бродяга, король, фехтовальщик, лучница и мечник. Поэтому, я думаю, нам нужна... Так, может быть... Слушай, подожди-ка, тыквоголовый. Нужен ли он нам здесь? Нет. Я, наверное, все-таки возьму вот этих ребят, потому что здесь есть грифон. Единственное, конечно, меня смущает разбойник. У меня голем, да, плюс джаггернаут. Голем и джаггернаут. То есть нам придется вот как-то вот между двумя этими... бойцами чередоваться, чтобы не подпустить к нам именно этого разбойника. И, по-моему, наш голем будет немного слабее, да? Чем бродяга. То есть у бродяги урон довольно быстрый, и он может расчекрыжить. Ладно, сейчас мы все это дело посмотрим. Может быть, даже вызовем сейчас грифона. Или жнеца лучше вызвать. Давайте, наверное, жнеца все-таки позовем. Вначале вот так вот фаербол. Потом жнец, пускай выходит у нас, да? И под баллисту. Я думаю, это будет вообще оптимально. Так, армия нежити уже начинается выходить. Так. Да жнец, елки ты палки. Ты смотри на него. Так, там еще бродяга, смотрите, идет. Ой-ой-ой, жнеца мы с вами потеряем, скорее всего. Прямо вот сейчас. Да, вот и король вышел. Вышел, ребята, король. Мы его начинаем потихонечку бомбить. У меня фаербол. Вот так это все выглядит. И, да, ребята, жнец его завалил. И это круто. Смотрите, мы уже подошли к замку. Я офигею. У нас жнец просто на микронах живет. У него здоровья нету вообще. Это какое-то просто чудо. Ну что же, получится у нас забомбить ему замок или нет? Да, скорее всего, получится, я думаю. Но... Да. Причем, ребята, жнеца я не потерял. Ха. Круто. Ничего не могу сказать, но главное, нас поджидает здесь ревард. Это сундук подданных, и в нем нам выпадает ерунда на самом деле. Вот этот вот эльф, он бы мне нафиг не нужен. Ну, хорошо, что хоть дали 10 карточек на башню. Ну и деньги, соответственно. Мы переходим с вами плавно на территорию захватчиков. Здесь у нас улитка и бородавочник. Кстати, я ненавижу вот эту комбинацию улитку, бородавочника, а еще плюс этот пришелец. А он стопудово будет именно здесь. Так что нам надо выбирать вот этот отряд. Улитку будем контролировать, естественно, щитоботом. А вот бородавочника я не знаю как на самом деле. Как его тут законтролировать вообще? Если он побежит, то это все. Воу-воу-воу-воу, улиточка! Спокойно, родная моя. Начала тут буянить. Так, хорошо, нет, ребят, не выдерживает. Но, где мой Палыч? Вот, Палыч входит, а сейчас стопудово бородавочник, да? Нет, смотри-ка, вышел на расслабоне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, хорошо, пускай будет так. Главное, что он выкинул пилу свою, да? Вот сюда бы, вот знаете, какая ульта пригодилась бы нам? Те самые корни, которые мы любим.
который любит замедлять именно вот этих вот всех врагов быстродействующих, так назовем их. Да хорош ты уже достал, бородавчик. Смотри, там буянит и буянит, буянит и буянит. Давай вызовем молотильщика. И, скорее всего, нам нужно позвать уже друидку. А то что-то как-то мне не нравится наше тут положение дел, как состоит. Давайте-ка друидочку позовем. Я думаю, что будет все оптимально у нас. Ты смотри, какой бородавочник крепкий, а? Он наносит, кстати, намного больше урону нашему паладину, чем паладин ему. Но так как у нас есть уже друидка, и вот она вызывает тотем, и начинается вот это вот лагание. Да, все-таки из-за тотемов все лаги получаются. По-другому не назвать. Кстати, здесь тотем на урон стоит. Это то, что нужно. Так, ну что, бородавочнику хана. Тут у нас заморозочка. Ну и все. Будем просто распиливать базу ему. Все, бродяга попался. Ну что же, мы сразу переходим на следующий уровень. Это второй. И здесь нас уже поджидает жаба с пушкой. Интересно. Получается, тут комбинация: жаба с пушкой, улитка, бородавочник. Я не буду ничего менять, я оставлю такой же состав. Я думаю, что он оптимально здесь подойдет. Если к тому же у нас молотильщик при гибели будет выпускать циркуляру, естественно, этот жаба с пушкой будет сразу умирать. Моментально практически. Так что это, как говорится, наш козырь. Так, опа! А вот это нежданчик на самом деле. Большой, ребята, нежданчик. Срочно нужно нам вызвать сюда паладина. Срочно просто-напросто. Так, 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 тихо. Господи, вот это. Вот это расколбас. Причем, смотрите, что самое интересное. Ага, успели. Я думал, сейчас он пройдет мимо наших отрядиков. Да ты достал уже, серьезно говорю. Все, он меня доконал. Я действительно, ребята, вызываю сейчас друидку. Если, конечно, успею. О, погоди-ка, у нас сейчас тут никого нету под прикрытием. Сейчас просто-напросто пробегут и все. Ладно. Ну что же, вызываем друидушку, да, скорее всего. Да, я думаю, это будет то, что нужно для нас. Этого бородавочка давайте вот так вот немножечко прижучим. Все, он готов. Ну и всадник на журавле без всяких проблем просто начинает потихоньку бомбить ему базу. Это круто, на самом деле. Давай еще молотильщика сюда позовем. Так, за карточку жабы большое спасибо игре. Все, распилили. Началось как бы напряженно, да? Ну, а концовочка, как вы видели, вообще просто элементарная. Так, переходим. Третья миссия. Здесь у нас прибавляется воблер. Воблер. Ладно, не будем ничего менять. Меня этот отряд вполне, ребята, устраивает. Вполне. Так, воблер. Воблера мы как будем с вами контролировать? Блин, всадник на журавле — это не вариант, это однозначно. Значит, скорее всего, нам надо будет призывать друидку как можно быстрее. Она-то здесь покажет, почем фунт лиха. 500 энергии, ребят, я накопил. Остается только призвать. О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо, не надо вот так вот. Раньше времени-то, роднули. Блин, давай, друидка, я чисто на тебя коплю энергию. Все. А теперь давай вот так вот притянем их. Тут еще и тотем на урон стоит. Замечательно, еще и оттолкнули его. Ну все. Теперь только в наступление идти нам. Так, не надо взрываться. Рядом с друидкой взорвался. Но хорошо, что она отхил поставила, и это круто. Естественно, все мои юниты захилялись. А мы дальше с вами продвигаемся. Энергию подберем. Она нам пригодится. Да, вы сами только что видели, что всадник на журавле против воблера — это вообще ни о чем. Воблер вообще своей дальней атакой может мне сейчас, извините, друидку снести. Увидите, сколько хп. А она не ставит на отхил. А вот, поставил наконец-то где-то тотем здесь. А вот он, синий тотем стоит на месте. Ну тогда все, я могу сказать, пускай прощается со своей базой. А мы переходим на следующий, ребята, уровень. Это предпоследний. Здесь у нас, да, ничего не изменилось, только добавилась эта жаба с молотом. Для нас это опять же ерунда. Мне больше интересует, кто здесь будет босс. Почему-то кажется, что лорд пустоты, судя по всему. Лорд пустоты, как мы с вами... Тихо, нам надо будет брать имбовый отряд, да? Для того, чтобы там сработала ульта. Мы через ульту с вами любых практически сейчас боссов валим. Так, жаба с молотом идет, давай вызовем, наверное, паладиныча.
Да, вызовем паладина и молотильщика. Так, и будем дальше продолжать копить с вами энергию. Кто там у нас? Я думал, бородавчик уже вышел. Нет, никаких... О, ага, вот и он. Ладно. Давай. Распиливаем. Минус. Заморозка. Ой, как великолепно. Смотри, как в позе-то в какой прям. Застыл. Ну что, я думаю, что... ты посмотри. Почти, ребят, на равных они бомбят. Но это пока. Потому что уже друидка, как вы видите, на подходе. Она подходит. Ну, тотем-то будешь выбрасывать, друидка? Ёлки-палки. Нет, ничего она не собирается выбрасывать. Ну, давай, всадник на журавле. Прогибай их там всех. Так. Сейчас убьет, да? Жаба с пушкой, наверное, подобьет все-таки мне моего всадничка. Так, вызываем еще тогда отрядик. Вызовем молотильщика. И щитовода. И еще паладина. И, ребята, я применяю ульту. Замечательно. Ну, где там? Хилищий тотем стоит? Стоит. Значит, все у нас под контролем. Тут еще тотем на урон рядышком. Ну, что я могу сказать? Сейчас распишем базеночку ему. И будет у нас последняя миссия, да? Вообще в этом портале, между прочим. Как только мы проходим, сразу же даем отсюда ноги. А, нет, ребята, не лорд пустоты. Лорд пустоты, по-моему, у нас, честно говоря, даже и не из этой оперы. Он же, по-моему, не в захватчиках. Или в захватчиках? Нет, в захватчиках он. Да, он в захватчиках. Так, ну что у нас тут? Улитка, воблер. Ну и самое главное, что здесь смотритель. Ой, у меня энергии здесь нету. Плохо. Давай тогда, наверное, вот этим отрядом сыграем. Блин, зачем я взял этот отряд? У нас же этот смотритель, он же любитель перехватывать у моих юнитов. А у меня здесь юниты довольно-таки приличные. Ладно, попробуем вызвать ведьму до всего этого, да? И именно за счет зомбарей, которых будем призывать, вводить в смуту этого смотрителя. Пускай он захвачивает тех же самых зомбиков, да, маленьких. Ну, а мы с вами будем потихонечку бомбить. Я думаю, это будет оптимально. Рунин, как всегда, сегодня не выпил кофе, поэтому он очень медленно у нас выходит. Без всякой оптимизации. Так, что-то я тут... Погоди, блин, ладно, хорошо. Да, виноват, ребята, использовал ульту. А может быть, она нам не пригодится. Может быть, мы сейчас ему разбомбим базу. Нет, не получится. Он быстрее хотел сказать, что разбомбим базу ему, прежде чем он, например, вызовет своего босяру, смотрителя. А он его вызовет. Вот, он уже появился. Так, ну что, наше главное дело, ребята, вызывать зомбарей. Вызываем зомбарей как можно больше. Так. Ой-ой-ой-ой, улитка это... И ульта, ребята, пошла ульта. Ну, минус, все. Что и требовалось доказать. Хе-хе-хе. Одной ульты было достаточно, чтобы он просто отдуплился. Ну, а теперь все по стандарту. Вызываем свою армию. Во-во-во-во-во. Давай, последний удар, все. Расписали, даже не поморщились. Ну что ж, друзья мои, забираем ревард и смотрим, что у нас тут выпадет. Так, ну что, 10 карточек на лорда пустоты, 11 карточек на бородавочника и 9 гемов. Да, и еще вот тут получаем. Так, бог ветра, 14 карточек у нас. Потом 14 карточек на терракотового воина и 14 карточек на пес храма. Ну а мы с вами отправляемся в 106 портал. В 106 портале мы начинаем с вами с территории нежити. Дальше у нас идет фабрика роботов. Потом идет территория захватчиков. Дальше идет у нас опять же нежить и долина подданных. То есть получается, что две территории повторяйки, да? То есть это нежить и еще одна нежить. Ладно, давайте приступать. Встречает нас голем и банши. Голем и банши, поэтому я думаю, что вот этот вот отряд будет оптимальный за счет нашей, конечно же, баллисты. Надо посмотреть, кстати, сколько у нас денег. И я хотел, кстати, вместо голема взять себе терракотового воина. Ну, для этого нам нужно, конечно же, его прокачать. Прокачка будет не дешевая, сразу вам говорю. Так, тихо, голем вышел. Успеем? Да, успеем. Оу, кстати, вот это плохо, ребята. Знаете почему? Сейчас, по-моему, банши будет орать. Слушай, я думал, что она сейчас своим криком нанесет повреждение нашей базе. Но нет, как видим, все обходится. Она не достает. Она не достает, и это плюсик для нас. Ну давай, ты уже достала там орать.
Давай я вызову еще одного джиггернаута. У нас тут заморозка, смотрю, летит. Оп, вот так вот делаем это все дело. И все, и они просто скованы льдом. Так, фаербол у меня пока еще далеко на откате. Давайте. Я не знаю. А, у меня энергия. Думаю, что у нас грифон никак не выйдет. Энергии не хватает. Давай еще одну баллисту призовем. Ну, как вы понимаете, первый уровень, ребята. Проходим на изи. Вообще, без каких-либо конфликтов. Так, за карточку спасибо на базу. Так, и мы продолжаем. Так, ну что, у нас вторая территория. И здесь... Ох ты, а здесь уже, ребята, прыгу. Поэтому я... Так, подожди. А как его нам контролировать? Это неврастенника. Я думаю, что придется все-таки имбой. Да, будем именно этим отрядом. Ну что же, поехали, будем смотреть. Так, я боюсь прыгуна. Боюсь его неловких движений, особенно когда он прыгает. Так, вызывать будем... Ой-ой-ой, что-то немножко не то пошло. Ладно, вызовем Ронина. Так, подожди, он совсем не то делает, что я планировал на самом деле. Все мне карты спутал, ты прикинь? А ведь сейчас выйдет прыгун, наверное, или не выйдет? Хм, странно, не выходит. Удивительно просто, а почему так? Ладно, ульта. Да почему ульта-то, ребята, не срабатывает, когда прыгун прыгает? Я не могу понять вот этого. Он типа что, в неуязвимости в какой-то, в определенной, или как это назвать? Вы видели, да, я применил ульту, она застрелила банши, потом она начала стрелять уже по замку, а в прыгуна просто даже не наводилась. Очень интересно. Так, ну что, а здесь у нас когтистый голем и опять же банши, поэтому можно взять и другой отрядик. Даже, я думаю, вот этот можно будет взять, скорее всего. Тут у нас самурай, да, мечник, у нас тыквоголовый, ну и, конечно же, тигр. Да, я думаю, они справятся. Эта команда должна нам помочь. Причем у нас здесь, не забываем, ребята, есть корни. Вот босс, конечно, мне здесь уже не совсем, ребята, устраивает, да? Ох, тихо, погоди-ка. Вы начали слишком круто. Тыквоголовый, давай быстрее выходи. Ой-ой-ой, по-моему, ребят, тут распишут нас. А нет, нет. Должны успеть мы с вами здесь все сделать. Все четенько. Так, вызываем мечника. Мощь империи. Я получил, ну, то есть я закончил квест. Это, конечно, все хорошо, все замечательно. Но нам нужно дальше бомбить. Ай, как же я обожаю тыквоголового. Ну, единственное, ребята, его постоянно нужно защищать. Постоянно. Чтобы он стоял сзади всех и был прикрыт. Только в этом случае, конечно, он имбовый. А если с глазу на глаз с любым противником, конечно же, он ватный. Его разберут. Так, ну что я могу сказать. Победушка, скорее всего, здесь за нами, да. Расчекрыживаем ему базу. Ой, за карточки отдельное спасибо. Обожаю, когда они выпадают. Просто мне охота прокачать хотя бы одну башню по фулке. У меня, по-моему, даже не все башни на 5 звезд прокачаны, если я не ошибаюсь, ребят. Ну что же, здесь у нас служитель тьмы. Опять прыгун. Опять, ребят, прыгун возвращается. Так что нам надо здесь немножко по-другому играть. Так, опять имбу, что ли, брать? Или вот этот отряд? Нет, придется все-таки имбой. Ну, прыгун, он же, ребят, непредсказуемый, понимаете. Он может перепрыгнуть и пойти спокойно, а может перепрыгнуть и в истерике. А в истерике он сам сатана, господи, он рвет там всех. Поэтому надо будет, естественно, играть мне через мага-воина. Вот, вот он, ребята, и вышел. Хорошо, я готовлюсь. Сейчас будет прыжок. Вызываем так. Ну, видите, вот здесь он спокойно прыганул, да? Без истерики. А мог бы, конечно же, и ультануть. Так, давайте-ка разберем големчика. Я думаю, что пора, наверное, здесь уже призвать ведьму. Да? Ну да, в принципе, а что мы теряем? Вызываем с вами ведьму. Ульта у меня на изготовке. Ага, прыгает. На-ка, получи. Давай тоже прыгуна с вами призовем. Так, зомбик у нас побежал. Ронин, ты как там? Ронин, как всегда, без кружки кофе никуда не бежит. Вот, видите, что делает, ребят, прыгун. Это в данный момент мой прыгун был в ярости. Рубит просто жесть. С такими когтями-то еще бы не рубить.
Ну, что-то, ребят, пока мы с вами это, как-то быстро мы так прошли территорию нежити. Давайте-ка посмотрим, кто у нас тут. Ага, дедулечка. Значит, дедушка у нас здесь будет босс. Хм. А как думать? Нет, не буду я этот отряд брать. Давай-ка вот этим рискнем. Смотри, здесь у нас банши, здесь БФГ, здесь у нас ниндзя. Ну, босс, конечно, мне этот тоже не нравится. Наша богиня солнца, которая, ну, вообще ни о чем на самом деле. Мне кажется, даже вот бог ветра в разы будет круче, чем эта богиня солнца. Но зато, как мы помним, лучом, если она бьет именно по базе, это, конечно, что-то с чем-то. Так, давай-ка мы, наверное, с вами вызовем жабу с молотом. Следушком вызовем, наверное, некро. Надо ульту как можно быстрее, ребят, применить. Ой, как она медленно ползет. Но... Так, ульта. Отлично. Какие-то просадки, ребята, в игре я ведь чувствую. Упс. О, у ниндзя выжила, молодец, красава. Так, ну что, вызываем богиню солнца. Не знаю, конечно, зачем я это делаю, но вот хочется мне. Давайте еще ниндзя призовем. Так, и... Ты видел, что делает, да? Служитель этот, противный. И я там слышу, ребята, шаги деда. Шаги дедушки. Сейчас, ребята, будет больно. Он будет хилить его. Деда, я имею в виду, да? За счет наших бойцов. Успеет ли? Вот что самое интересное. Мне кажется, не успел, да. Отлично, мы прожарили. За карточку на деда спасибо. Так, ниндзя. Ух, красавчик. Красавчик ниндзя. Ай, вот здесь не повезло ей. Чего у меня так ульта-то долго копится, эй? Ну-ка, вжарим. Тянем, потянем, да, как говорится. И вот мы уже и базу чекрыжим. Смотрите, как лучше, ребята. Жарит. Ай, красота. Ну все, 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 все. Сдавайся, тут уже бесполезно тебе драться. Замечательно. Вот так вот. Отряд все-таки, ребята, себя уже рекомендует на 100%. То есть нет таких, да? А потянем, а не потянем, все довольно добротно сыграно. Ну что же, и карточки, в принципе, неплохие. Только вот жалко, что прыгун у меня прокачан полностью, так что это как бы лишнее. И у нас территория роботов. Территория роботов нас встречает Джаггернаутом и Репульсором. Угу, Репульсором. Давай-ка мы, наверное, попробуем отыграть этим отрядом. Карточки, карточки дорогие у нас, я ничего не говорю. Начнем, наверное... С жабы с молотом, да? И, конечно же, нужно будет, наверное, здесь вызывать все-таки некро. Почему некро? Потому что здесь Джаггернаут. А он как раз его и вызвал. Так, ну что, давай, некро, выходи. Там еще репульсор вредный этот будет. И, конечно же, это все дело нужно, ребят, прикрыть ниндзей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, а если ульту? Да ладно. Ну, колобки, как... Они даже, ребята, не могут справиться, ты прикинь, с Джаггернаутом. То есть, ну, как бы могут справиться, но очень все это долго, идет долгий процесс. Так, еще ниндзю вызовем. О, две ниндзи, это хорошо, ребят. Хе-хе-хе-хе. Да-да, родной, ты спекся. Я могу тебя с этим поздравить. Ну, а мы с вами... Хотел сказать, сейчас будем призывать богиню солнца. А зачем? Она здесь абсолютно не нужна. Слушай, круто. На самом деле очень круто. Так, знаете, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, сколько у меня в данный момент голды. Ну, давай, давай, давай. Тут у нас еще квесты завершенные, да, есть. Так, сколько у нас голды с вами? Ого, почти полляма. Так, где у меня наши бойцы? Я хотел заменить нашего голема, вот этого, на... Терракотового воина. Где он? Подскажите-ка мне, кто-нибудь видит его? Я пока его не вижу. Я вижу такого головых. Вот он. Да, ребята, я хочу его прокачать. Так, где? Где-то у нас. А, вот он. Пошла прокачка. Я. Обожаю, когда хватает денег на полную фулочку, да? Ребят, посмотрим. Посмотрим теперь, как он будет себя в этом отряде показывать. Давно я просто хотел какие-то изменения сделать у себя в отряде. И вот созрел, так скажем. Так, ну что же, а мы с вами продолжаем бомбить территорию роботов.
Так, ох ты, тут толкатель уже. Тут уже, ребята, толкатель, поэтому, наверное, мы будем как раз вот этим отрядом. Давайте проверим. Единственное, конечно, если сравнить по ценовой категории, то голем нам обходился намного дешевле. Посмотрите, сколько стоит терракоша. 300. Голем, по-моему, стоил 175. Или 170. Или я вру, или я не помню. Так, тихо. Успеем? Да, не успеем. Не успеваю, ребят, я. Так, ну а сейчас вот если... Ох ты, толкатель, блин, зачем ты-то здесь нужен? Ну, не надо тебя здесь вообще. Так, застанили, но это... Сейчас будет бомбить. Иди отсюда. Смели его, ядрени фени. На, получи. Все, как говорится, терракотовый воин вышел на тропу войны. Да-да-да, его так просто не пробить. Давай вызовем грифона еще сюда. Так, толкатель, конечно же, может всех толкнуть на задний ряд, и это будет больно и плохо. Так, медленно-медленно идет. Но он как раз, ребята, хорош именно для контроля. То есть через него так легко не пройти. Ну а контролировать он контролирует довольно неплохо территорию. Давай Джаггернаута призовем. Так. И грифончика еще одного. Ну что, ребят, тут вообще как-то на изи проходим мы с вами. Такой еле-еле идет. И бомбит он, кстати, тоже нехило своим маленьким этим сломанным мечиком. Ну давай, все, все, хорош уже выделываться. Сдавайся. Нормуль. Нормуль. Двигаемся с вами, ребята, далее. Так, третья миссия у нас, да? Здесь у нас вот такой вот, ребята, бот с ракетой. Ракетный бот увеличать. В принципе, тоже никакой сложности. Единственное, знаете, что он может нам запороть. Если у меня, например, будет юнит возле замка, да, идти, и выходит этот ракетный бот, наводит на него и бомбит, то повреждение получает как юнит, так и замок. Вот здесь нужно быть предельно аккуратным, чтобы не сфейлиться. Так, смотри-ка, охламонище подошел, да? Так, давайте-ка мы, наверное, баллисту вызовем. Тихо, так мы не договариваем. Вот, вот, ребята, вот о чем я и говорю. Смотрите, видите, если сейчас... Если он сейчас будет бомбить сюда, скорее всего, будет фейл. Нам повезло. А вот в данный момент нам просто повезло, что он не нанес повреждения. Видимо, ударная волна не достала до нашего замка. И это хорошо. Это плюсик. Но лучше так не рисковать. Конечно же, не рисковать. Давай-ка вызовем баллисту. Вот он опять идет. Вот главное, чтобы не в баллисту, ребят, метил. Пускай в кого хочет там. Бумс. Все, двигаемся дальше. Продвигаемся потихоньку. Два джаггернаута у меня там сломанных лежит. Вызываем, наверное, с вами грифу. Так, опять этот там бубнит, а? Он достал. Он достал, ребята, на самом деле. Так, давай-ка терракоша. Вот, кстати, если говорить еще, ребята, о скорости боя, да, терракоша здесь, ну, как этот раннер вообще не идет ни о чем. Потому что он еле-еле передвигается. Он мощный, но медлительный. Но зато урон вообще не получает. От этого ракетного бота вообще ничего не получил. Так, ну что, вот мы подошли с вами к базе. Женец у меня навострил свою косу. И, соответственно, сейчас будем разбирать. Так, 34 секунды. Кстати, надо поспешить, на самом деле. Так, фаербол полетел. И... Бумс, готов. Все, иди, хлопчик, отдыхай, а мы с вами продвигаемся дальше. Предпоследняя миссия здесь у нас. Да елки ты палки. Ненавижу его. Этого бота-паука. Кстати, я его тоже когда-то хотел, ребята, раскачать и взять к себе в отряд. Но что-то передумал. Потому что когда он у меня стал рулить, а он всего, по-моему, 3 звезды имеет, ну, не вытягивает тот уровень, против которого мы с вами выступаем. Поэтому я это дело отложил и вот взял себе это. Хотя можно было бы, да, например, вместо грифона взять именно этого паучка. Робота. Так, ладно. Смотрим. Что-то затишье какое-то мне не... Ага, все, я понял. Все, я понял. Давай, выходит у меня наш боевик. Медлительный. Так, слушай, давай, наверное... Ой, я не то немножко сделал. Фаербол. Четенько.
Отработали великолепно. Давай баллисточку призовем теперь. Ну-ка посмотрим. Дыч, ну неплохо, он бомбит на самом деле. Вот этот таракоша. Так, кого он сейчас будет баловать? Кем опять? Кого он возьмет в жертву? Никого... А, понятно, таракошу, да, решил? А, теперь баллистой занялся. Ладно. Двигаемся дальше потихонечку, ребята, не спеша. Фаербольчик заряжаем. Так, спасибо за карточку на него, кстати, на толкателя. Ну, сейчас будет, наверное, этим, да? Я так и думал. Таракошей балует. Пускай балует. Мне не жалко в данный момент. Главное, чтобы баллисту не трогал. Толкатель. Сейчас мы его распечатаем. О, ускорение. Все, ребята, базе хана. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Приворот еще подобрали. И фаербол в довесочек. Даже не успел, ребята, выпустить, как мы ему базу уже расчекрыжили. Ну что же, круто. Ну а мы с вами продолжаем наш путь, ребят. У нас последний уровень на фабрике. И здесь у нас ядербот. Кстати, у нас энергии здесь нету, к сожалению. Здесь две энергии, это хорошо. Так, одна энергия здесь накопилась. Так, а что, если мы с вами будем применять? Нет, ребят, здесь нужна немножко другая тема. Погоди-ка, а кого? Нам надо брать тогда имбу, знаете почему? Потому что, ребята, у нас здесь дамагеры. За счет дамагеров только мы здесь можем пройти. Рисковать не будем, потому что ядербот хоть и идет медленно, но если он встанет возле базы и начнет свою боевую стойку делать, все, там сколько у нас? 30 секунд, по-моему, дается, да? До активации взрыва, а дальше уже все фиаско будет. Поэтому я рисковать не буду. Как говорится, старый, надежный, проверенный способ лучше, чем что-то новенькое. Так. Ну, Джиггернаута, понятное дело, мы распишем. И надо уже призывать, наверное, ведьму. Так, деньги только возьмем. И надо будет призывать ведьму. Ах ты, елки-палки, вышел. Посмотри, кто вышел, ребят. Давайте ульту применим. Вот так вот. Отлично. Вызываем еще одного, ребята, мага-воина. Так, Ронин, выйди. В последнее время что-то он вообще ленится. Ленится он выходить активно, все время какой-то ленивый он у нас. Ладушки. Так, давай-давай, разносим. Слушай, а неужели он опять не успеет вызвать? Да. Да-да-да-да-да, именно вот так и произошло. Он не успел призвать ядерного робота, и мы ему базу снесли. Сам виноват, одним словом. Так, что у нас тут выпадает? 9 гемов и 9 хилботов. Вот, в принципе, и все, что меня интересует. Так, переходим с вами на территорию захватчиков. Территория захватчиков. Кстати, у нас территория захватчиков, нежить и поданных. Три локации еще осталось. Как обычно, мы с вами, наверное, дойдем до предпоследней, да, и у нас кончится энергия. Так, давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем? Тут у нас пришелец. Ну, в принципе, можно взять и этот отряд. У нас здесь есть некро. За счет некро мы, соответственно, будем вызывать колобков. А этот пришелец пускай их забирает. Мне не жалко, если честно. Но это если так будет. А у нас же все может поменяться. Давай начну с БФГ. Сейчас похитит. Нет, смотри-ка, не то. Не то, ребята. Похищай, да? Не того ты немножко похитил, Гуимплен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ниндзя, конечно же, ребят, на удар. И хватило ее буквально. Так. Это я уже не знаю, ребята. Да, все, мы получили повреждение, тут бесполезно. Я фейлюсь, короче. Хотя можно... Не, нельзя. Бесполезно, мне кажется, тут драться, бороться. Ладно, посмотрим, получится. Нет, ребят, пришелец не дает мне раздухариться здесь, скажем так. Так. Похищает ниндзю. Так, БФГ-ха моя помогает. Погнали дальше, посмотрим. Да как же ты достал, а? Да, ребята, это все пришелец виноват. Мелкий этот хмыреныш. Так, карточку зарабатываем на НЛО. Вот если бы вот так было бы изначально, да, то было бы круто. Но в самом начале именно этот пришелец всю карту нам испортил. Ладно, хорошо, давай-ка мы, наверное, попробуем тогда, знаешь, как сделать. Да, вот этим отрядом. Да, попробуем.
Тут у нас мечник, тут у нас самурай. В принципе, не жалко ни мечника, ни самурая. Вот тигра только будет жалко, если он будет его тырить. А он его будет наверняка тырить, да? Начнем с мечника. Где там этот пришелец, олух? Чего не вылетает? Вылетай давай, специально для тебя мечника выставил. Во. Ты смотри, что он делает, ребята. Он против меня его. Сейчас похищает еще и самурая, да? Нет, да как ты не припухли, парнишка. Давай-ка корни, ребята, вызовем. Ой-ой-ой-ой-ой. Совсем-совсем не то, что надо, ребят. Да куда ты бомбишь-то? Не туда, все, ребята, не туда полетело. Тигр, выходи. Слушай, ну есть, ребята, небольшой шанс. Пускай лучше мечника похитит, да, чем тигра. Верно я говорю? Так, выпускаем, наверное, с вами корни. Ну, я думаю, что тут хорошо пойдет. Тигра похитит? Нет, самурая. Ну, тыквоголовый, вы все равно не успеете его бомбануть. Ну, за карточку, конечно, отдельное спасибо. Ладно, здесь мы отыгрались. Причем довольно неплохо. Давай-ка глянем, что у нас тут будет. Опять пришелец. Тут у нас еще и воблер, ко всему прочему. С воблером, да, с воблером не пошутишь. У него дальняя атака, причем массовая. Плохо. И этот пришелец опять здесь будет летать. Нервотрепчик, а? Ну ладно, погнали. Похищай, просто его похищай, не надо. Да, вот так вот. А то он любит его, да? Против нас же отправить. Давай я вызову, наверное, здесь самурая. А следушком отправим тыквоголового. Хотел тигра на самом деле, но подумал, что лучше пускай так. Корни. Отлично, теперь вызываем уже тигра спокойно. Следом выпускаем самурая и мечника. Так, блин, тигр, ты подставляешься. Ты подставляешься в данный момент. Но он похищает самурая. Это лучше, это лучший вариант. Давай-ка еще вызовем тыквоголового. Вызовем еще одного мечника с вами. Ну все, пошло, как говорится, дело. Взяли, ребята, мы его в оборот. Пришельца уничтожили. И базу, соответственно, тоже. Хорошо. Тут претензий никаких у меня нету. Третий этап. Здесь слизень. Слизень-морпех. Пришелец. Ладно. Слизень-морпех, ребята, по сравнению с этим, с тыквоголовым, практически одинаковый. Тоже имеет массовую атаку. Единственное, что, по-моему, слизень-морпех может вешать на себя дополнительную защиту. Может же, по-моему, да, или нет? Или я путаю его с тритоном? Тритон вроде бы там вешает. Обвесы там, так сказать, делает. Ладно, посмотрим. Где там? Ёлки-палки, я уже думал, там пришелец прилетел, но нет. Пришельцем пока здесь и не пахнет. А вот и он. Так. Что ты делаешь, а? Упырь. Получил свое? Да выеживался. Так, давайте сдуем всю эту братву куда-нибудь подальше от нас, да? Так, еще, наверное, надо тыквоголового одного призвать. И будет оптимально. Так, самураюшка. Эй-э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 й. Да, ребят, сейчас... Нет, нет, не успел, слава богу. Не хватило мощей пробить наших тыквоголовых у этого слизня-морпеха. И они остались живые. Ну... Вон там самурай похищает, да? Он очень здорово отвлекает моих тыквоголовых, пролетая, как этот, над гнездом кукушки, и просто мешая. Ну тут все, я думаю, тут песенка его спета, это однозначно. Уже никто ему, ничто ему не поможет. Смотрите, расколбас идет какой, не детский, не хилый. Да. Три тыквы сделали свое дело. Ну а мы переходим на предпоследнюю миссию. Так, что у нас здесь? Улитка. У нас появляется тут улиточка, это плохо. Так, здесь энергии нету. Давай, наверное, вот этот отряд возьмем. Подожди-ка, этот отряд. Хотя да, почему вы нет-то? Тут друидка есть всегда со своими тотемами. Тут пришелец как раз будет обламываться именно на этих тотемах. Ну, в общем, то, что нужно для нас.
главное контролировать улитку паршивую. Вспомнил я, что будет сейчас. И пришелец, нет? Нет, ребята. А я думал, что знаете как? Влетит впереди пришелец, а следом за ним улитка, помните, да? Была такая комбинация в свое время. Но почему-то по-другому он стал немножко действовать. Так, секундочку. Похититель туфлей летит, а? Похитит? Конечно, похитит. Главное, денется, ребят. Бумс, мы его подбили. Кто-то что-то шуганулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу, повезло. Не нанесли повреждения. Это круто. Так, я все хочу вызвать друидку. Заморозочка. Ать, классно. Пришелец, вали отсюда. Похитил, а? Упыреныш. Ну все, вызывай друидку. Так, сейчас бумкнет. Молотильщика позовем. А, давайте отодвинемся. Просто жесть какая-то, когда вот начинает так лагать. Просто невыносимо играть. Да елки-палки, что за лаги-то такие жесткие-то? Постоянно, именно на друидке. Я не знаю, ребят. Кто говорит, что у него все нормально, не лагает и не глючит? Не пойму я тогда. Почему у меня лагает и глючит? Именно когда она призывает тотемы. Именно вот эти вот первые секунды. Такой жесткий лаг идет. Так, ну что, я так понимаю, мы ему сейчас базу-то распишем уже, да? Судя по всему. Так, ураганчик. Применяем ульту. Все. Карточку на базу мы с вами захватили. Ну, что у нас? Последняя, ребята, локация. Точнее, не локация, а последний уровень. Ох, лорд пустоты собственной персоной решил нас навестить. Ну что, берем имбу, да? Вы помните, лорда пустоты, опять же, мы с вами уничтожаем нашей ультой. Главное, чтобы он был один, именно вот в зоне луча, чтобы не было там никаких других монстров, чтобы не растратить попусту луч. Так что давайте-ка быстренько с вами накопим. А, вот она, ребята, эта комбинация. Я, господи, господи, ну, фу, повезло. Вот сейчас нам крупно, ребята, повезло. Не нанесли повреждения нашей базе. В общем, все отлично сделано. Так, и давайте, наверное... Что залагало-то опять? Но нет, нет. Успокойся. Да, потратил луч, но зато ведьму я уже призвал. Все хорошо. Так, естественно, будем ее прикрывать. Ронин, выбеги хоть раз. Нет, ничего подобного. Не хочет и все здесь, ребят. Лорд пустоты явился. А я ульту потратил. Твою ж налево. Как-то немножко не вовремя. Сейчас будет бомбить. Заморозка. Ну что ты так ватненько Смотри, он забомбил. Ну, ведьма ему, конечно, немножко помогла. Но, в общем, ребят, мы забомбили этого босса. Лорда пустоты. Дальше можно расслабиться, выдохнуть и спокойно добить ему базу. Ронин, ну, наконец-то бежит он. Шмяк! Вот так-то. Все, это в довесочек, как говорится, да? Ребят, мы прошли территорию захватчиков. Забираем здесь сундук и смотрим, что нам выпадает. Жаба с пушкой, пришелец и 12500 голды. Территория... Ага, у нас нежить. У нас, ребята, нежить остается, да? И еще территория, хотел сказать, захватчиков подданных. Слушай, я боюсь, у нас не хватит энергии. У нас даже не хватит, наверное, энергии пройти именно вот эту территорию. Так, здесь две энергии, здесь одна. Некро и зомби нас встречает. Ну-ка, поехали. Попробуем отыграться. Некро и зомби. Зомби довольно быстрые, да? Будут выходить на ранней стадии, поэтому надо будет... вызывать вот так вот. Да и некро тоже шутить не любит. Надо нам на... А как он, интересно, так накопил-то на нее быстро? Ладно, давай посмотрим. Оу. Ой-ой-ой, ребят, по-моему. Или получится, не знаю, сейчас посмотрим, ребят. Что у нас из этого выйдет. Ульту нужно по-быстренькому активировать. О, совсем другое дело. Так, и давай, наверное, еще ниндзю призовем. Еще ниндзю призовем. Так, тут разбомбили. Ну что, наверное, надо призывать богиню солнца? Или как?
Или без нее сегодня? Давай без нее, фиг с ним. Давай просто одну некро еще призовем. И все, расписали, ребят. Ладно, 1-0 в мою пользу. И переходим на следующий этап. Так, здесь чумная мышь, это уже плохо, это уже хуже. С чумнухой, а что? А как мы будем с вами справляться с чумной? Ниндзя вряд ли потянет. Я вам серьезно говорю. Ниндзя здесь вряд ли потянет. Но если только ниндзя и БФГ вдвоем, ну это нужно будет сколько энергии? 200-400. А он будет ее сейчас в первую очередь выпускать. Я вам точно говорю, будет в первую очередь выпускать именно чумнуху. Поэтому начнем вот так вот. Пускай он отвлекается на жабу, а мы с вами в этот момент призовем ниндзю. Так, ниндзя, давай быстрее беги. Уничтожай. Ну, отлично, молодец, красава. Только не в кислоту. Ладно, фиг с ним, пока жива, да, вроде бы. Так, вот оно, началось опять. Ульта. Ребята, ульта нам здесь поможет. Отлично. По красоте. Давай тоже вызовем с вами некро. Вызывай, вызывай колобков своих. Давай быстрее, 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 быстрее. Давай одного за другим вызывать. Что ты там по одной штучке-то? Так, не эту чумнуху. Да чумнуху. Во, молодец. Так, давайте вызовем жабу с молотом. Так, ульта, ульта пока на подходе. Ниндзю призовем. И вот так делаем. Застанили? Застанили. Во, за карточку спасибо. На чумную-то мышь это дорогого стоит. Ну неужели, ребята, мы с вами тут как-то вроде оклемались. Да, все хорошо, мы должны тут пробить. Уже пройдем с вами. Так. Ох, ниндзюшки, ниндзюшки мои. Орудуют там. Да, прошли. Ну, и у нас с вами третья миссия. Третья миссия, тут надо... Погоди-ка, у нас энергии... Вообще, что нигде энергии не осталось? Ой-ой-ой. Хорошо, здесь, по крайней мере, нет чумной мыши. И я думаю, что, наверное, справимся вот этим отрядом. Радиоактивный зомби, конечно, меня немножко напрягает. Ну что, тогда будем, наверное, вызывать с вами мечника. Мечник у нас пойдет первым. Корни у нас тут, если что, есть. Так, ну, с этим мы сейчас разменяемся, это понятное дело. Ох ты, надо же, мой мечник даже выжил. Вот так-то, это вам не хухры-мухры. Так, вызываем, наверное, с вами самурая. И следом, следом вызываем тыквоголова. Так, корни. Надо будет, ребята, обязательно корни выпустить. Так. Пускай они тут взрываются все в щепки просто-напросто. Ну и надо некро как-то уничтожать. Вместе с колобками с ионами, да? Бум! Радиоактивный зомби там упал. Замечательно. Самурая надо, ребята, как-то... Не самурая, то есть, а тыквоголового нам нужно обязательно прикрывать. Классно взрывается. Да, вы видели, радиоактивный зомби просто не успевает дойти. Тыквоголовые просто на дальней дистанции его сносят в хлам. Ну, тут уже можно и тигра спокойно призвать. Ничего, как говорится, уже страшного не будет. Абсолютно. Мои воины, правда, там в болоте в кислотном постояли немножко, но здоровье все-таки у них осталось еще. Куда ты прешь? Радиоактивный зомби там вышел, но взорвался. Ну что, ребята, у нас, по-моему, с вами последняя энергия, да? Если я ничего не путаю, я попробую здесь пройти, но шансов очень мало, потому что здесь привидение, мало того, так еще и чумная мышь. Вы сами прекрасно знаете, что это для моих тыквоголовых означает. Верная смерть, конечно же. Просто верная смерть. А из дальнобойных это только как раз у меня тыквоголовый. Угу. Кстати, есть, ребята, предложение у кого-нибудь по поводу кого можно было бы поставить сюда именно из дальних, ну, из летающих юнитов, я имею в виду. Может быть, кого-то прокачать-то можно. Эй-ю. Сколько нужно сделать? Два выстрела, да, ребята? Пумс, и, естественно, он отдупляется. Корни выпускаем с вами. Да, юнит, конечно, очень дорогой тыквоголовый. И поэтому, пока ты на него накопишь... О, смотрите-ка, привидение все-таки, ребята, получает урон от моих корней. И это круто. Но то, что вот он будет вот так вот нервировать. Раз. Два. И тут он падает, да? Да, ребята, и тут он падает. И, соответственно, мне нужно
ждать определенное количество времени, чтобы он откатился, чтобы его призвать. То есть, вы понимаете, да, что это не варик. Абсолютно не варик. Не катит. Даже нас душа тигра здесь спасать, ребят, ну вообще никак не будет. Все из этого плешивого привидения. Он просто будет нам мешать. Минута у нас в запасе всего лишь. Не, ну никак. Никак не получается. Даже если вот так вот мы с вами сделаем. Да хоть как-то тут делай, он все равно не даст нам здесь покоя. Пумс, и все, и падает. Ну а тут, как видите, ладно, ребята, будем сдаваться. Ну это бесполезняк, ну серьезно вам говорю. Что бы я тут не делал, можно, конечно, попробовать деда призвать. Но дед, это некро, его обязательно забомбит. Да, своими этими черепунделями. Сейчас попробуем, проверим. Ну, времени уже даже маловато, на самом деле. О, ты посмотри. Ну, ну как тут, ребята, можно драться? Ну, смотри, сколько здоровья уже осталось у деда. Пхе. Так. Так, и смотри, вот это привидение пролетает. Немножко травит, да? Мою тыкву. И вот второе его просто-напросто убивает. Вот и вся вам раскладочка до копейки. Не вариант. И по времени уже фейл в любом случае. Ладно, друзья, давайте, наверное, проигрывать. Это бесполезно, мы будем сейчас вокруг да около топтаться. Ни им, ни нам, как говорится. Хотя, может быть, на ускорение пройдем. Кто его знает. Давай попытаемся. Призовем сюда деда. Так. Что-то расколбас какой-то у нас пошел. Ну, просто мы прошли, ребята. Но сфейлились по времени. Так, дай-ка я гляну. Может быть, где-то все-таки энергия откатилась. Хоть одна. О! Как варик, ребята. Как варик. Давайте-ка мы этим отряд... Этот отряд будет получше. По крайней мере, здесь у нас БФГ есть, да, и ниндзя. Это будет уже оптимальненько для меня. Так. Надо пройти. Так, А, тут же привидение, господи. Оно же тоже против ниндзя очень хорошо действует. Так, секунду. Тут, естественно, вызываем жабу с молотом. И потом следом ниндзю. Так, давай, ниндзя. Ну, раз, два. Отлично, выжила. А вот тут уже, ага, повезло. Кстати, некро здесь будет, ребята, очень сильно страдать. Что-то пошло не так. Видите, да? Некро здесь, ребята, очень быстро будет фейлиться у нас. Ладно, тогда можно попробовать сыграть через богиню солнца. Как вариант. Давай попробуем. Попробуем ее призвать. Вот, предположим. Ой, урон, сколько она, ребят, получает урона. Колобки зато погибают моментально. Так. Заморозочка. Ураганчик. Ребята, БФГшечку там призвал еще. Некро. Некро выходит. Ну давай, давай, луч-то свой. А, кстати, вот этот луч убивает привидение или нет? Должен, по идее, убивать, да? Так. Ну, смотрите, здесь совсем другое дело. Все. Бомбанули базу. Причем так легко. Эх. Ну, дайте мне, пожалуйста, хоть кого-нибудь. Ну, дайте еще одну энергию на любом отряде. Ну, пожалуйста, ну, дайте пройти. Нет, нет, ребята. Не дают они мне энергии. Тогда нам придется на этой ноте закругляться. Хотя, подожди секунду, у нас, по-моему, еще есть события ежедневные, конечно же, да? Надо глянуть, что у нас там разыгрывается. Если что-то путнее, то можно будет отыграть. Так, у нас пряничный домик. Хорошо, давай-ка посмотрим. Битва. Сотого уровня, ведьма, зомби, тыквоголовый. А мне кого дадут? А мне кого дадут для этих целей? Посмотрим. Ну? Что? Что с игрой, ребят? Понятно, по-моему, зависло, глюкануло, да? А, нет, прогрузилось. Слушай, дают любых. Тогда попробуем. Возьму вот эту вот базу. Угу.
воина мага возьмем. Потом возьму я баллисту и возьму ведьму. Так, еще двух героев могу взять. Хо-хоу, кого же нам тут взять? Кто у нас тут имба? Возьму сюда Ронина. Тыквоголового, что ли, взять? Давай тоже тыквоголового. Посмотрим просто-напросто, кто кого. Поехали. Драка за пряничный домик. Ну, за карточки от пряничного домика. Но у него ведьма будет покруче здесь. Так, пока тишина. Может быть, успею накопить 500 энергии и... Так, а что за ульта? По-моему, хилит, да? Хилит себя, хилит и юнитов. По-моему, так. Ну что, я буду тогда призывать сюда... Ох-ох-ох-ох-ох-ох, как он начал-то лихо. Сейчас бросит надгробие свое. Так. Ага. Травит, да, потихонечку? Вот тупырь. Ну что же, тогда мы тоже, ребята, будем бомбить его. Давай-ка вызовем, наверное, тыквоголового. Тыквоголовый вышел. Ой, ребят, по-моему, тут будет сейчас расколбас. Жесткий причем. Смотри, он даже ничего сделать не успевает. Вот и все. Сфейлился парень. Так, а мы с вами получаем 23 карточки на пряничный домик. Да. Замечательно. Так, ну что, давайте тогда повторим, наверное. Повторение мать учения. Ну, что так долго, ребят, прогружается? Я не понял, раньше такого не было. Все быстро, моментально. А тут, смотри-ка, приходится еще что-то выжидать нам. У моря погоды. Ну давай уже. Долго что-то грузится. Так, ну что, берем эту базу с вами. Берем также рыцаря-мага. Потом кто у нас там будет? Кто был-то у нас? По-моему, так, так. И... Подожди, а, Ронин, Ронин. Где он у нас тут? Вот он. Ну, поехали. Вторая, ребят, попыточка. Вторая попытка. Быстренько сейчас бомбанем. Потому что пряничный домик нам тоже нужен. Просто хотя бы для галочки. Так, ну что, кто у него там выходит первый? Зомби с надгробием, да? Ладушки, мы его сейчас обязательно встретим. 500 энергии только накопим. Потом у нас, как обычно, пойдет... Подожди, а мы можем... А, там чумная мышь еще полетит. Все, я вспомнил. Да-да-да, сразу чумная мышь летит. Делаем с вами так, ведьму. Потом ульта. Давай ульту. Минус. Эй-эй-эй-эй-эй, что-то пошло не так, ребят. Давай-давай-давай-давай, бомбим. Отлично. Так, следом выпускаем тыквоголового. И, наверное, Ронина. Ронин, ты как? О, молодец, красавчик, бежит. Солидно. Так, и баллисту еще до кучи. Ну и все, думаю, конец базе вражеской. Замечательно идем. Так, получаем с вами сколько? 12 карточек уже, по-моему, если не ошибаюсь. А, 13 карточек на пряничный домик. И последняя попытка, где нам будет уже доступно 8 карточек на пряничный домик. Да что ж такое, что же ты так долго грузишь-то мне? Единицы измерения доступны для этой задачи. Единицы измерения. Угу. Так, база. Плюс Ронин. Маг-воин. Баллиста тыквоголовый. И наша, конечно же, ведьма. Где она, ведьма? Вот она. Я помню, как-то решил этот уровень, да, был такой же похожий, пройти друидкой. Отгреб, ребят, по полной программе. Не получилось почему-то мне друидкой его пройти. Поэтому стал брать ведьму. Ну что, тут все. Давай на ускорение, потому что тут у нас все по стандарту. Накапливаем 500 энергии, да? Потом выходит этот. Мы выпускаем с вами нашу ведьму. И дальше по накатанной. Дальше все, ребят, по накатанной. Так, так. Ронина вызовем. Вызовем баллисту. Ну все, тут уже, сами понимаете, хана базе. Отлично. Ну, главное, что мы вот сегодня прошли это испытание. Получили денежек немножко, да? Получили карточки на пряничный домик. Солидно. Кстати, у нас, по-моему, ребята, энергия накопилась, да? Энергия накопилась. А это знаете что? Хорошо. Что мы сможем вот этот вот уровень пройти. И как раз имбовый отряд. То, что нужно для меня.
Даже дедушка нам здесь не помеха будет. А тут как раз босс именно дед. Не жнец, а дед. Так, ладно. Давай посмотрим. Прыгун, ведьма. Так, идет, идет охламон. Так, ниндзя, ой, ниндзя. Призрак, да? Так, секунду, здесь у нас вот этот вот чудик есть. Ай, зря вы вдвоем-то пошли. Да, очень было зря это сделано. Ну что, копим на ведьму. Как только выходит дед, ребят, как только выходит дедушка, мы сразу же применяем ульту, чтобы сразу его снести. Верно? Верно. Так, там уже некро что-то буянит у нас, я смотрю. Совсем разошлась уже. Ну где, где, где дед-то? Дед, выходи давай. Я жду тебя, чтобы ульту применить. Не идет почему-то, не хочет. Затихарился, да? Ладно, я подожду, я потерплю. Времени у меня достаточно. А вот, ребята, и он. А, нет, я ошибся. Ребят, я ошибся, извиняюсь. Не дед, оказывается, а жнец. Слушай, а почему моя ульта... А, он вызвал себе на помощь голема, да? Мы всю ульту просто в голема с вами сфейлили. И это плохо. Так, ну он все равно упадет. Хе-хе-хе. Карточку забрали. Ну а дальше все изи. Так, давай уничтожим некро. И бомбим базу. Ульту. На добивку. Да, конечно, на добивку. Все, ребята. Все, победа за нами, естественно. Мы прошли с вами эту территорию. Забираем сундучок. И смотрим, что нам выпадет. О, 7 карточек на зомби с надгробием. Так, 14 карточек на базу. Втягивающую. Ну и мы с вами попадаем на последнюю локацию. Это долина подданных. Да, ребята? Ну что, друзья, будем на этом с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии и продолжим играть в Tower Conquest. Так что пока и до скорого.